участок Мурманск-Магадан. В этой серии будет пройдено 68 километров. Я вот смотрю по карте. Совершенно пустынный участок трассы Р-255. Совершенно пустынный. Праворульная, блин. Вот, смотрите. Это начинаю. Видео я начинаю 127 серию. От Новосибирска. Все чаще, чаще и чаще. А во Владивостоке вообще 90% праворульная. Московское время 4 часа 13 минут. Самое время для сна. И по всей вероятности это отражается на самочувствии. Слегка тянет в сон.
связи есть. Слабенький сигнал, 25% мощности, но связь есть. Или два даже смотреть не буду. Сон потянуло. Режим записи. Прямо 49 километров. Что значит? Вчера было ехать 12 часов. Допустил грубейшую ошибку. Показания прибора не очень хорошие, блин. Нормальная концентрация кислорода к
крови. Усталость сказывается, начинаешь давить педали газа. Вовремя увидел. Может быть, на смотровой площадке на Листьянке остановлюсь на сутки, пока не знаю. Запас
160. Средняя скорость 5,6. Средний расход 5,6 на 100 километров. Средняя скорость 59. Полотно дороги хорошее, очень хорошее.
Коньяка и полбанки сгущенки. Аппетита вообще нет. Самое опасное будет для меня, наверное, камешки от проезжающих автомобилей. Одно из самых опасных. Стоянка справа. Вот такие были бы стоянки хотя бы через 100 километров.
вот начались они, стоянки. Почему так поздно? Полтора часа вчера не мог найти, куда остановиться на ночь. Полтора часа ехал. Должна быть государственная программа, государственная политика в отношении внутреннего туризма, не только организованного, но и для автопутешественников, для автотуристов. Которая бы начала себя не только хорошие дороги, ну и хорошую инфраструктуру, особенно на востоке страны. У них природа, все замечательно, красиво, великолепно. Делаешь косилка, от которой можно легко схлопотать камень в лобовое.
Желтая. Место есть. Расширить дорогу. Мое.
105-го нету. Отстойте, где я стать, там не говорю.
Что тут у нас за заправка? Заправлюсь. Режим записи. Так, бензина нет. Здесь. Там говорит, дальше много заправок. Меня дуришь.